привет, меня зовут Алёша. И вы на канале Игротека. Сегодня мы соберем двух огромных роботов интеграции. Это Тобот Кватран и какой-то Карбот из четырех машин. Неизвестный. Неизвестный. Ну, на самом деле он известный, просто мы не знаем, как он называется. Если кто знает, напишите обязательно в комментариях. Карбот будет собираться из четырех машин, и Тобот тоже из четырех машин. А потом мы выясним, какой из них выше ростом. Да. Оба они будут огромные, судя по вот этим громадным машинам. Но я думаю, что Карбот выше. Ты думаешь, Карбот? А я думаю, что, наверное, все-таки Тобот Кватран выше. Хорошо. Так, давай теперь разберемся, какие машины от какого робота. Это у нас вот эта машина от Тобота, правильно? Да. А вот это Карбот. Сначала мы начнем собирать Карбота. Да. А потом Тобота. Эти машины сюда. Держи вот эту машину, а я буду собирать пожарную. Роботов сначала. Давай сначала, да, на самом деле каждую из этих машин можно собрать в робота, потом из двух собрать еще одного робота, а потом из всех четырех собрать самого большого. Огромного. Трансформируем. Кто вперед? Или... У меня голова появилась. Но ноги еще не скоро. Как это не скоро? Все скоро. Так, так, так. Вот они, ноги-то на самом деле. Хоп. Ой. Так, так. У меня пол робота на самом деле уже готово. То есть это первый вариант робота, когда он без дополнительной машины. Ой, а руки как... А ты бы мне помогал на самом деле? Было бы. Или ты свой... О, ты уже своего собрал! Я все пропустил. Вот он у тебя, какой клевый робот получился. Ага. И прикольный. И прикольный. Это робот скорая помощь. Так, первый готов. У него что-то тут открывается. Я не могу руки найти у своего. Представляешь? Где руки у моего робота? Вот они. А, стоп, смотри, вот эту штуку надо. Хопа, вот так. И появляются руки. Вот они. Какую? Что? Ну вот эту, вот снизу. Хоп, защелку. И она, хопа, рука появилась. Готов? Робота твоего. Да. Но я победил. Ты победил. Стой. Все, я правильно собрал? А, вот, я маленький. А вот это? Ой. Надо так сделать? Нет. Почему? Он вот такой должен был? Да. Широкоплечий какой, огромный робот. Теперь соберем давай из него, то есть вот этого робота Твоё. Можно прилепить еще вот сюда. Получится тоже робот. Держи. Легкий. Точнее, давай мы его сделаем сейчас обратно в машинку, да? Да. И из машины сделаем... А из машины сделаем вот сюда. Это у него щит какой-то получается, правильно? Чтобы вот сюда не попали. Руки прячем. О, лук. Лук, собирай. Это из крыши машины получается лук. Да. Вот какой. Так, вот. Ого. А я, смотри, тем временем вот что сделал. Все я правильно вот делал? Такой. Правильно. И это у нас будет что? Щит. Щит. И сзади, и спереди. Точно. Одеваем. Но защиту. Этого уже есть. Ой, ноги. Разъехали. Так, где? На одной ноге стоит. На одной ноге стоит? Как-то так же, правильно я делаю? Правильно. И сзади мы его сейчас закрепляем. Как-то. Как-то. А как он закрепляется? Вот так, что ли? А мне, знаешь, что кажется? Ты уверен, что... А, ну да, вот, смотри. Закрепили, а сзади как? Может, никак? Во-во-во-во-во-во, нашел. Все, вот, сзади тоже прикрепили. И вот, что у нас получилось. Это робот. Вот такие руки у него должны быть. Да, это робот получился из двух машин. Можно ему еще в руки... Потом, кто быстрее из этих? Да. В руки ему можно дать вот этот вот арбалет. Клевый? Вот точно. Как же без этого? В голову ему надо вот эту штуку обязательно. А куда проводилась голова? Стой. Держать может ее. Да, надо держать. Вот. И вот так. Мигалка такая клевая, да? Да. Ладно, первый готов. Куда мы Второй. Его сюда? Ну, первый из двух роботов. Теперь кто быстрее? Теперь давай соберем
Вот этого товарища я буду собирать. Автобус. Школьный автобус. Клевый такой. Большой причем очень. Ага. Я уже трансформирую. Ты уже трансформируешь, а я все рассказываю. Представляешь? Так. Я сейчас тоже попробую очень быстро. Он весь вот так разбирается. А где у него ноги? А, вот они. Хопа. Надо как-то разъединить. У меня какой-то робот странный получился. Тебе не кажется? Вот так, наверное, крылья-то ему убрать надо. Или можно с крыльями, смотри. Какой-то у тебя вот странный. Очень странный. Не робот, а какое-то... Чудовище. Чудовище, точно. Где руки? Руки спрятались вот сюда. Мы сейчас их... О! Вот, рука готова. Вот. О, собрал. Опять уже. Вперед меня. И у тебя тоже будет потом мигалка. Мигалка в голове будет. Да, где у него руки? У него вот они, руки, это плечи, да? Да. Клевый робот еще такой получился. Еще у тебя вот такая мигалка сейчас будет. Во лбу? А во лбу звезда горит, да. Вот так же. Держи. И у огромного. Давай я его все-таки дособираю. Я одну руку ему сделал. Где-то... Вот поставил. Воткнул? Точно. Где-то но у него есть... Где-то у него есть вторая рука. Стой, я запутался с крыльями с этим. Да будь я победил. Да бог ты победил, да, собрал вперед меня. Вот она рука спряталась где, смотри. Опа! Ну вроде бы... И у него на руке пушка. Да, и с этой стороны тоже. Вот. Только на самом деле пушка у него не на руке, а где? Вот тут стоит. Но это потом, это когда мы сделаем большого робота. Сейчас мы сделаем большого. Во! Смотри, какой классный. То есть он робот-самолет, да? Нет? То есть он может летать, да. Крылья складываются они такие. Ну, ну вот как настоящий летающий. А это как будто плащ у него сзади, смотри. Вот. Клевый? Да. Так, теперь мы снова сделаем сейчас из этих двух одного. А потом... Возьмого. И кто выше из этих? Давай. А потом мы выясним, кто у нас... Выше из двух карботов. Да-да-да-да-да. Как теперь надо собрать вот этого? Машинка обратно. Ну, здесь вроде бы не так сложно все. Хоп-хоп. Этот еще легче, чем тот. Чем скорая помощь легче? Да. Ну, возможно. Но только его вот. Тяжело открывать. А, вот эту штуку тяжело, да? Да. Ну вот я открыл, смотри, все вроде бы получилось. Мне вообще робота было тяжело открыть. Ага. Ну, это тоже у нас получается щит какой-то, да, у него? У него есть вот этот щит крепкий. Крепкий? Так, теперь и крылья надо... вот так должны уже быть. Теперь надо этот щит нам прикрепить. Опа! Готово. Вот такой. И еще сзади сейчас мы его тоже закрепляем. И спереди. Все. Готов. Мигалку-то надо вставить ему в голову. Я уже вставлял. О! Класс? Класс. Так, а из этих двух я тебе скажу, кто выше. Вот этот выше. Хотя даже если этому поднять руку, да, вверх, то у этого можно вот как, еще выше. Чуть-чуть. Одинаково. Нет, смотри, маленечко выше этот. Так. Собираем большого из вот этих двух огромных, собираем. Четверного. Собираем, да, огромного. Для этого нам надо что сделать? Вот это, по-моему, разбирается все. Во-первых, заберем. И превращается это все в ноги. Вот это в ноги превращается? А вот это защита вот туда. А как она разбирается? Как она в ноги превращается? Ты помнишь? Вот, смотри. Тут есть кнопочка. Вот была. Она. Вот она. Хоп. Нажимаем ее. Снимаем. Дальше. Голову, по-моему, надо спрятать, да? Вот чего получается. Нога какая-то. А как у меня нога получится? Ты сделал ногу? Только вот эту надо выдвинуть и все. А это как-то я не знаю, что вставляется. Вот так. Вот. Точно. Вот так нога получается? Смотри. Да. И здесь давай из этой тоже сделаем ногу. Вторую. Вот как? Сложнее. А, вот. Какая-то. Вот, смотри. Рука прячется сюда. Вот. Да и все. Вот, все.
Это но две она ноги. Будет кататься. Ну, у нас, да, катающийся робот. А куда сюда? А вторая мигалка вот как будет стоять. Подожди, это да. А куда вставляется нога? Ты помнишь? Ну, нет, к этому вставляется. А это разве не ноги будут? Вот к этому вставляется? Давай теперь этого разберем. Чуть-чуть их надо разобрать, чтобы собрать огромного... Только вот это будет потом вот сюда мигалка. Так, крылья мы тоже собираем. И дальше-то что? Двойная защита. Вот надо сначала вот эту одеть на него, потом еще вот эту. Вот это были ноги, а станут руки у нас, правильно? Да. Дальше. Вот это вставляется, насколько я понимаю, вот сюда. Голова прячется. Ага. Вот так? Да. И потом ноги вот сюда ему ставятся. Он все больше и больше, этот робот. Вот это прикреплять? Ну, по-моему, да. Так, громадный наш робот. Мне кажется, что тут мы неправильно делаем. Или правильно? Во, вставил. Правильно. Все вставилось. Теперь вот эта штучка. Оп, закрепляем. Чтобы он был очень-очень прочный. Так. Ага. Две ручки целых. Ну, это, смотри, это-то у него пушки будут, правильно? А вот это какие руки? А это руки, где-то у него там руки спрятались. Были ноги, стали руки. Вот они, смотри. Я уже не вижу, где. Вот руки нарисованы же. Вот они. Все верно? Да, теперь вот эту надеваем. Теперь надеваем. Вот эту только надо убрать. Вот эту у нас сюда, это у него пушки. Ага. Да. Вот они стреляют. А там и руки сразу. Как руки? Мы руки не убрали. Он четырех руки у нас получился, что ли? Руки-то надо убрать. Забыли убрать руки. Точно, руки прячем. И теперь смешно, у нас... что забыли. Четырех руки. Так. Во. Вот это уже, я понимаю, робот, да? Вот это может вот так закрыть как-то. Да ну, вроде бы нет. Так, все. Верно мы все сделали или нет? Верно. Ну вот это вот сюда. Нет, чуть-чуть неверно, потому что вот так надо. О, смотри. О, готов практически. И осталось ему еще прикрепить ноги куда-то. Вот еще же. Я не могу вспомнить, куда прикрепляются ноги. Вот сюда. А куда? Как? Может. Может. Вот так. Как-то вот, вот так. Их надо раздвинуть было. Опа! Вот это сюда наоборот там. Да, вот эта штука раздвигается. Смотри, какой он уже огромный. И мне кажется, карбот выше, если честно. И вставляется. Сейчас он у меня упадет. О! А вот этой все закрепляется, правильно? Да. Чтобы ноги у нас. Все, закрыли. Не открепились никак. Все. Оу. Громадина. Вот это огромно. А еще не все. Забыли. Вот эту поставим. Точно. Щит. В виде полицейской вот этой машинки надеваем мы им щит. И еще забыли чего-то. Что еще забыли? Еще не все. Да. Так. Вот чего же еще. Вставляй. Две мигалки тут. Две мигалки. В руки ему надо вот этот арбалет дать. Куда он огромный прям. Он очень большой. Вот двойная. О-о-о-о! Нет, мне кажется, Тобот, наверное, вряд ли победит. Вот такой у нас огромный робот вышел. Карбот из четырех разных машин. Ой-ой. Очень классный, да? Да. Вообще супер. Я этим... Ты этим играть будешь, да? Да. То есть он... Держи, огромного. Ладно. Теперь настала очередь собирать нам Тобота Квартрана. Здесь я у нас... Я буду ручек. Это Тобот С, это дубль В. Давай вот этого чуть-чуть отодвинем. Это С, да? Это дубль В. С. Это Т. Это Д. Дубль В, беленький. Р. С оранжевой крышей. Еще вот этот Р. Да. Кстати, это откуда? Это же от него. От этого.
Это Тобот Д, голубенький такой, ага. И пожарная машинка Тобот Р. Начнем мы, ты какого говоришь? Вот этого? Держи. Я этого только отдам. Держи, вот это будут руки, я насколько помню. Это туловище, а это ноги. Ага. Ты ноги и туловище. Хорошо. Опа. Где у него ноги? Вот все они. Уже хорошо сделано. Да как же ты так быстро все сделал? Я еще даже ноги не собрал. Собирай тогда вторую. Так. Вот, я забыл еще чего-то. Вот. Что там? Вот это выдвину. А, это рука у нас. Так, ноги готовы. Превратили мы пожарную машину в ноги. Не открывается, ты. Как не открывается? Ну, сейчас помогу. Мне надо открыть сначала вот этого. Тобот дубль В. Он легче. А как он разбирается? Тоже я не помню. Вот так крыша снимается у него? Да. Ну-ка. О. А, Д по-другому немного. Д маленько по-другому. А как? Во, смотри. Хоба, крыша откидывается. Но я все равно победил. Почему? Потому что я первый этого трансформирую. Я уже сделал практически туловище, смотри. Сейчас только появится голова. Хоба. Ну, вот у меня он не трансформируется просто. О! Нашел ее. Так, и теперь вот это дело мы совмещаем. И кто берет? Вот рука не получается. Рука не получилась чуть-чуть. Вот значит, это потому что не выдвигает. Значит, наверное, я чуть-чуть тебя опередил. Держи туловище. Там ты меня опередил, а здесь маленько я, да? Это у нас что? Вот, смотри, как все на самом деле просто было. Давай вот заново покажи. То есть вот он такой Тобот Д, команда трансформация и опа, раздвигается рука, появляется. Да вот. И все. Нет, не все еще задний вот этот крышка. И там вот. А где крепление руки? Вот она. Выдвигаем. Поворачиваем мы ее. О, и это у нас. Получилась рука. А какая это рука? Правая? Нет. Или левая? Правая. Вот это? Стоп, еще не все. Вот может, здесь. Вот это что-то? Вот здесь, да, надо вот так, хоп, потянуть за такой рычажок. Какой рычажок? А вот же, смотри, вот она. Вот эта штучка. И выдергивается крепление. Нет, да. И вставляем мы руки нашего робота-гиганта. Я уже вставил. Я тоже вставил, но мне кажется, все-таки чуть-чуть, наверное, поменьше. Чуть-чуть поменьше. Так, даже если руку поднимет вверх. Вот это все равно. Даже если прям выше-выше, а может он подпрыгнет маленечко, нет? Нет. Ну, маленько повыше, да. Выиграл я. Ты выиграл. Ну. Зато этот, смотри, какой классный, он массивный такой весь, вот, очень классный. А вот мне это? Кажется, мне кажется, они оба крутых, ага? Да. Вот. Вот это еще вставим. Кому? Давай мы дадим как-нибудь. Этому. Это ну, карбота. Я понял, что это карбота, я хотел в руку. Это да, вот сюда вставляется. А давай попробуем. Нет, никуда нельзя прикрепить ее. Может быть, ой, падает. Может быть, он с помощью вот этой штуки как-то будет выше. Сейчас он упадет. Нет, в руки ему никак не дается. Это же лестница пожарная. Ну ладно. Выиграл. По росту, карбот повыше. Но они оба крутые. Вот. Ого. Они оба очень классные. Напишите обязательно в комментариях, кому какой робот больше понравился. Тобот Квадрат или карбот из четырех машинок. Да? Крутые они? Крутые роботы, всем пока! Всем пока, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Робот говорит пока, и ты говоришь пока.